Камо Ванесян вышел в старте, отыграл весь матч и вообще-то был лучшим на поле. Он отработал по всему флангу, равномерно распределяя силы на атаку и на защиту. Из 11 индивидуальных единоборств он выиграл 8, 3 раза из 3 успешно пошел в дриблинг, отличился желтой карточкой и, главное, забил. Он полностью подходит под игровую модель Григория Бабаяна. Работоспособный, опытный, скоростной и, главное, универсальный игрок. Он может действовать на обоих флангах, работать как в созидании, так и чисто в обороне. Единственный главный минус — это, конечно, низкая точность передач, ну, с этим уже ничего не поделаешь. Нужно брать во внимание, что далеко не все игроки из основной обоймы сборной Армении имеют более или менее постоянную практику в своих клубах. В этом контексте Камо Ванесян может снова стать довольно важной фигурой.